Но я еще раз хочу сказать, что Сергей Юрьевич обозначил очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной своей жизни. И мы даже иногда не задумываемся, что мы можем поступить так или по-другому. И действительно, для того, чтобы состояться, быть состоятельными, не только, допустим, в каком-то профессиональном своем плане, пусть вы выберете себе профессию медицинского работника, актрисы, модели, космонавта, инженера, но финансово грамотными в любом случае вы должны быть. По крайней мере, уметь работать с теми финансами, которые у вас будут находиться в вашей семье. И вот более уже подробные, вот даже не подробные, а уже на конкретных примерах, уже здесь попробуем разобрать именно по конкретным тем тематикам, которые были обозначены Сергеем Юрьевичем. И вот первый доклад у нас – это умение экономить деньги. Доклад – это сформирование знания о рациональном использовании личного бюджета школьника. И прежде чем мы об этом будем говорить, давайте немного познакомимся с историей происхождения денег. У человечества есть верный спутник, который сопровождал его уже довольно давно. Этим спутником являются деньги. Между тем, на самом деле, мало кто из нас хорошо знает о денежном мире, поэтому неудивительно, поскольку это довольно-таки сложный мир и представляет собой важнейший механизм цивилизации. И законы его ведомы только профессионалам, а именно банкирам, ученым, финансистам. Ну, конечно, чтобы вам не делать в своей жизни досадных ошибок, некоторые представления о законах денежного мира и необходимо знать каждому. Деньги – это, конечно, одно из великих изобретений человеческой мысли, и в живой природе таких аналогий нет. За время своего исторического пути деньги претерпели значительные изменения – от ракушек, выделенных шкурок, до золотых и серебряных монет, ну а затем и появились современные купюры. Неизменной лишь осталась на всем протяжении роль денег как всеобщего эквивалента, то есть на деньги можно обменять и, проще говоря, купить любой товар. У разных народов в разные времена были разные деньги, в качестве которых выступал первоначально скот, это овцы, коровы, лошади и так далее. А на Руси деньгами были шкуры животных и меха. В южных странах это были раковины, которые было довольно-таки сложно добывать, поэтому они имели большую ценность. История также известна и свиные деньги, в качестве которых выступали связки раковин, зубов, свиных хвостов. Ну, они имели, конечно, неудобный крупный размер, их длина достигала 12 метров. А у некоторых народов в качестве денег использовали различные продукты питания. Это чай, кофе, соль, кукуруза и так далее. Когда уже люди научились обрабатывать металлы, получили уже появились металлические деньги в форме слитков, кусков меди, пластин. Это были такие полудрагоценные драгоценные металлы, как медь, железо, бронза. Лучше всего для роли денег, конечно, подошли серебро и золото, поскольку это довольно-таки редкие благородные металлы. Они, конечно, для своего производства требовали большие затраты труда. И поэтому небольшое количество золота можно было обменять на целый стад коров или купить дом. Конечно, их легче перевозить, хранить. Они обладали свойством однородности и различались между собой только по весу. И, конечно, хорошим свойством сохраняемости. Первоначально золото обращалось в слитках в виде песка, причем их можно было и удобно взвешивать, можно было делить, особенно ценились самородки. И при этом делались монеты, которые уже изготавливались разных форм, и на них ставился штамп. То есть слово «монета» произошло от имени римской богини Юноны Монеты, и во дворе ее храма располагался монетный двор. А самыми древними монетами считают издатели из электрума царя Гигиза из Лидии, это 670 год до нашей эры. Электрум представлял собой сплав золота и серебра. Их применяли греки, римляне, варварские племена. И в каждом древнем государстве выпускали свои монеты, как правило, с изображением царя.
Так, в Афинах, с одной стороны, монета было изображение города, богини Афины. А в Древней Руси первые монеты появились при князе Владимире. Они были изготовлены из золота и назывались златниками. Во времена князя Ярослава Мудрого чеканили серебряники из тонкого серебряного кружка весом около 3 граммов. В XIV веке на Руси началась массовая чеканка монет после победы русских войск над татарами Дмитрием Донским. Это были серебряные пластины неправильной формы с изображением воинов, всадников, животных. И русское слово «деньга» происходит от татарского «таньга». Первой денежной единицей была гривна. Это был кусок серебра весом полфунта. Фунт в то время измерялся как 409,5 грамма. Пользоваться было неудобно таким куском. Его стали рубить на части. Так вот от слова «рубить» и появился рубль. Первые рубли чеканили еще в IX веке, но основной денежной единицей они стали в XIII веке. Копейка появилась в 1555 году. Царь Иван IV повелел делать деньги, и на них был изображен он сам с копьем. И вот от слова «копье» и появилось название «копейки». Россия – первая страна, которая ввела десятичную систему на исчисление денег, когда денежные единицы делятся на 100 монет, в частности рубль – 100 копеек, ну, соответственно, доллар – 100 центов, франк – 100 сантимов, 1 фунт – 100 пенсов. Название русских монет – это, слышали вы об этом, конечно, рубль – 100 копеек, полтина – 50 копеек, 1 гривенник – 10 копеек, 1 алтын – 3 копейки, 1 деньга – пол копейки и 1 полушка – четверть копейки. Чтобы золотые монеты меньше стирались, их стали делать из сплава золота с медью. Ну, это, конечно, помогло фальшивомонетчикам, которые стали больше добавлять меди, а постепенно золотые монеты стали вытесняться медными. Их нужно было по весу, конечно, значительно больше. Так вот, такой пример Михаила Васильевича Ломоносова за написание его известной оды было выдано в награду 2000 медных денег. И эти деньги ему привезли на нескольких телегах. Ну и далее, впоследствии, чем больше выпускали медные деньги, тем больше они падали в цене. Да, именно в это время возникает такое понятие, как инфляция. Ну, это уже тема нашего следующего доклада. А откуда появились такие понятия, как орел и решка? Ну, со словом орлом все понятно, да? Это у нас двуглавый орел, герб России. А вот решка образовалась от решетки, переплетенных красиво написанных букв, изображающих царские инициалы. Ну, вот так вот кратко мы пробежались по истории, про историю происхождения денег. Ну, и, соответственно, теперь подойдем уже непосредственно к теме нашего доклада, что же мы должны понимать, что понимается под умением экономить деньги. Впервые термин «экономия», который часто приравнивался к слову «бюджет», введен древнегреческим философом Аристотелем и обозначал искусство ведения домашнего хозяйства. Ну, а под семейным бюджетом понималась упорядоченная система ведения всех расходов и доходов. Ну, как вы видите на слайде, бюджет – это финансовый план, который, как Сергей Юрьевич нам его представил, не слово «бюджет», а финансовый план, да, более правильно, поскольку если его рассмотреть и структуру этих бюджетов, то такой финансовый план составляется как на уровне государства, отдельной фирмы, предприятия, ну, конечно, семейный бюджет и индивидуальный или личный бюджет. Нас, конечно, интересует личный бюджет, но тем не менее, хотя к личному бюджету, давайте остановимся немножко на семейном бюджете. Для этого давайте выясним опорные понятия доходов и расходов семьи. Ну, что же доходы семьи? Об этом уже было немножко сказано. Еще раз повторимся немножко, что это, как правило, заработная плата, причем в большинстве стран мира это как раз преобладающий источник семейных доходов. Различные социальные выплаты, льготы, пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, если таковой занимается семья, от ценных бумаг, от сдачи в аренду имущества и так далее. То, сколько люди тратят ежегодно, зависит от того, сколько они зарабатывают. Это обнаружил еще в XIX веке немецкий ученый-статистик Эрнст Энгель. Его закон гласит, что по доле расходов семьи на питание можно судить об уровне благосостояния различных групп населения разных стран. Ну, конечно, планировать бюджет нужно, исходя из потребностей конкретной семьи.
Предварительно побеседовав со своими родными, вы можете определить, от чего состоят доходы и расходы вашей семьи. Ну, как правило, источниками доходов мы определились, что это будет заработная плата за вычетом налогов, что в пенсии ваших дедушек, бабушек, может быть, стипендия ваших старших братьев и сестер. Ну, а как правило, расходы семьи состоят из расходов на питание, одежду, обувь, коммунальные услуги, транспортные расходы, обучение, лечение, то есть немножко людей. То есть вот доходы семьи. Так, немножечко переделать. Если мы посмотрим на бюджет, который как равенство доходов и расходов семьи можно представить, то, конечно, это всегда хорошо, когда доходы равны расходам. Мы получаем сбалансированный бюджет. В случае превышения доходов над расходами получаем профицит, и в обратном случае дефицит бюджета. Вот такая роспись доходов и расходов и грамотно составленный бюджет, конечно, нам поможет выяснить отношения между доходами и расходами в разные периоды. Не зря люди составили много пословиц и поговорок, так или иначе связанных с важностью бюджета. Это, например, деньги счет любят. Кто бюджет считает, тот и деньги получает. Ну и их многие другие. Соответственно, в семейном бюджете особое место занимает бюджет школьника, хотя идеально было бы, если бы у каждого члена семьи был бы такой бюджет, то есть возможность соотносить доходы и расходы, чтобы не жить в кредит, не занимать у родственников деньги, у родителей. Обладатель одного из самых значительных состояний в мире, нефтяной магнат Джордж Рокфеллер, вел расходную книжечку с детских лет. И утверждал, что впоследствии, что именно она ему помогла стать богатейшим человеком Соединенных Штатов Америки. Умение экономить и рационально использовать деньги является одним из основных качеств каждого успешного бизнесмена. На первый раз кажется, что думать-то тут нечего, да, просто тратить надо меньше, и вот и все, да, и весь секрет, и будем экономить деньги. Однако тратить меньше – это такое поверхностное понятие, поскольку есть более интересные способы экономить денег. Находясь на полном обеспечении родителей, любой молодой человек школьного возраста, конечно, имеет собственные финансовые потребности, которые ему приходится решать самостоятельно. И одним из важных способов экономить денег является составление семейного бюджета. Цель составления бюджета – уменьшение незапланированных и ненужных расходов, осознанное планирование будущих покупок, формирование внутренней финансовой дисциплины. Если мы рассмотрим источники доходов школьника, ну, конечно, это карманные деньги, выданные родителями. Кроме карманных денег, есть все деньги, которые школьник может, если такие условия создадутся, зарабатывать сам. То есть, если созданы условия для индивидуальной трудовой деятельности, для коммерческой деятельности, работы по найму, оказанию каких-то услуг, то есть далее. Расходы школьника, как правило, ну, это питание, да, основная, видимо, статья школьника в столовой, какие-либо школьные взносы, транспортные расходы, допроездной билет, ну и даже если какие-то накопления, это тоже составляет статью расходов личного бюджета. Ну и прежде чем приступить к составлению бюджета, мы с вами должны определить, что же следует отнести к личным доходам, расходам, а что нет. То есть статья «Запланированные расходы», как правило, включает в карманные деньги, какие-либо заработки, и прочие расходы, то есть к прочим расходам мы можем отнести и подаренные родственниками деньги на день рождения, какие-то выигрыши и так далее. К личным расходам школьника, конечно, сумма, допустим, выданная ребенку или школьнику на покупку одежды или велосипеда, конечно, не относится. В бюджете школьника обязательно мы должны запланировать какие-то непредвиденные расходы. Допустим, постоянные расходы – это те, без которых нельзя обойтись, да? Но группа переменных расходов, она может быть уменьшена, и за счет этого можем, конечно, сэкономить. Ну и, конечно, некоторые из вас могут
показаться, что сложно запланировать свои расходы на длительный период времени. Но сначала, конечно, можно записывать свои расходы и доходы каждый день. И так это делать в течение месяца. Следует отметить, что в идеале доходы должны быть равны сумме расходов и сбережений. И если по итогам месяца они их не равны, то, наверное, вы были не очень внимательны. То есть какие-то расходы остались неучтенными. Некоторую сумму, которую дают на карманные расходы, можно грамотно использовать и научиться урезать собственные затраты. Но первый этап – это, конечно, отказаться от растрат. И наверняка у каждого найдется канал, по которому происходит утечка денег, но абсолютно неважные нужды. Постепенно записывая расходы и доходы, и затем анализируя их, можно прийти к планированию своих расходов за месяц. Бывают ситуации, когда предугадать практически невозможно какие-либо расходы, поэтому лучше предусмотреть в своем бюджете некоторую сумму на всякий случай. Даже попробуйте откладывать от тех денег, которые вам дают родители, хотя бы по 10 рублей в день. За год это получится такая значительная сумма. Это выльется за 365 дней 3650 рублей. Так, ну и постараемся мы дать советы, рассмотреть возможные варианты участия школьников при формировании бюджета семьи. Конечно, каждый человек, школьник, должен хорошо владеть своими ресурсами, рационально их использовать, ценить свой труд и потраченное время, бережно использовать личное имущество, поскольку это продлевает срок его службы, уберегает от ненужных расходов на ремонт. Важно при приобретении товаров и продуктов учитывать правила покупки, поскольку это условие позволит покупать больше полезных, нужных вещей хорошего качества. И такой подход тоже рационально расходует средства. Сейчас много соблазнов для покупок, причем зачастую деньги тратятся бездумно. Поэтому нужно правильно распределять свой бюджет и обязательно согласовывать его с семейным бюджетом. Умение составлять рациональный бюджет, конечно, позволит повысить уровень благосостояния. Человеческие потребности и возможности практически всегда не совпадают. Потребности безграничны, как известно, а деньги, к сожалению, всегда ограничены. Поэтому необходимо научиться соизмерять потребности и возможности. Нужно научиться расходовать деньги так, чтобы не остаться без денег, и вместе с тем не бояться тратить на то, что действительно необходимо. Для тех, кто хочет улучшить свою систему денежных затрат, необходимо запомнить 4 правила, выполнение которых важно для любого бюджета. Это учет, планирование, организация и контроль. Ну и, конечно, копить деньги без финансовой дисциплины невозможно и без финансовой отчетности. Контролировать денежные средства необходимо как взрослым, так и детям. Причем, если это научиться делать в раннем возрасте, то вопрос в жизни финансовое благополучие можно будет обрести намного легче. Ну, какое бы значение имели деньги в вашей жизни, конечно, необходимо помнить, что это не смысл жизни, все-таки не смысл жизни. Еще недавно единственным источником доходов школьников это, конечно, были доходы родителей. Сейчас же многие школьники имеют постоянный или разовый заработок, и в практике известны случаи, когда школьники зарабатывают немалые деньги не в ущерб учебе. Ну что можно здесь предложить? Какие рекомендации по вариантам участия школьников при формировании бюджета? Так, ну, можно, конечно, принять участие в изготовлении декоративных украшений для одежды, какие-то сделать собственные воротнички, заколки, сумки, косметички и так далее. Если многие вещи выходят из моды, можно потрудиться и изготовить из них какие-то другие нужные предметы. При разработке интерьера своей комнаты или своей квартиры можно найти какое-то интересное решение и, используя уже имеющиеся предметы, дополняя их свои предметы своего декоративного творчества. Это, допустим, вышивать картины, какие-то поделки интересные из природного материала изготавливать, фотографии, изготавливать рамки для них. Можно организовать выставку-продажу плодов, выращенных своими руками. Если даже доход невелик, но от того, что это вырастили вы сами, эти овощи и цветы, конечно, это тоже поможет увеличить доходную часть бюджета. Можно организовать семейные предприятия по изготовлению подарков из природных материалов, организовать их красочное оформление,
Конечно, такие сувениры, наверное, принесут даже больше радости. Ну, конечно, будут пользоваться спросом. Если ваши родители уже занимаются какой-либо индивидуальной деятельностью, то можно принять активное участие в их работе, то есть оказать какую-то посильную помощь в качестве курьера, упаковки, отвечать на звонки и так далее. Можно организовать службу добрых услуг, ведь многие мечтают, чтобы их неожиданно поздравили на какой-то праздник, день рождения, Новый год или Рождество. Принимать активное участие в работе школьного предприятия, если, конечно, таковые есть, по изготовлению одежды и каких-то нужных вещей и так далее. То есть, ну, какой же мы вывод сделаем? Конечно, от того, насколько вот вы, школьники, научитесь сейчас разумно распределять имеющие денежные средства, будет зависеть общая потребительская культура. Ну, я думаю, что после всех наших докладов и нашего стола вы, конечно, задумаетесь, сколько денег и на что вы тратите в день, в неделю, в месяц, какую часть ваши расходы составляет от общих расходов семьи, и в будущем научитесь экономить за счет каких-либо развлечений, сладостей и так далее, чтобы общий бюджет семьи улучшился, а вы смогли накопить денег на нужную покупку, отдых или путешествие. Вы уже сейчас можете помочь в организации экономической жизни семьи, изучить возможные варианты индивидуальной трудовой деятельности, соответственно, будете по-другому относиться к родительским деньгам. Итак, планируя свои расходы сегодня, можно добиться более рационального расходования и экономии денежных средств в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Федоровна, за интересные сообщения. Уважаемые участники, есть ли, уважаемые дети, есть ли вопросы к Наталье Федоровне? Пожалуйста. У меня есть вопросы, я начну. Наталья Федоровна, очень интересно, спасибо. У меня два вопроса возникло. Вот по первой части вашего выступления, про эволюцию денег вы рассказывали. Значит, в прессе сейчас очень много информации, что в скором будущем нас ожидают пластиковые деньги. То есть не бумажные, а пластиковые. Как вот вы на это смотрите, ваше мнение, ваше отношение к ничему? Я положительно отношусь к такому прогрессу, переход на пластиковые деньги или в расчет по картам. Все-таки это, и, во-первых, это экономия, да? Это тех же средств, которые тратятся на выпуск каких-то денежных купюр, меньше подделок, ускоряется скорость расчетов и удобство. Нет, еще я хочу дополнить, Наталья Федоровна. И потом это еще здоровье. Потому что вы представьте, вот рубль, просто элементарный рубль, или там 100 рублей. Какой путь эта деньга, вот, которая проходит от выпуска до своего логического завершения, когда уже истрепался. Вот Сергей Юрьевич не даст сказать, сколько на этом материале находится микробов, вы даже представить себе не можете. А нам кажется, мы поехали в троллейбусе или там где-то отдали, это кто-то, простите, сейчас заболел человек, мы с этими микробами получаем эти деньги. То есть это еще и, в общем-то, наше здоровье, когда вот мы говорим. Все-таки поэтому вам всегда родители говорят, и учителя говорят, и все говорят, вы мойте руки. Вот у меня одна знакомая, но в силу таких определенных обстоятельств вынуждена была уйти со своей основной работы. И она ушла просто вот на рынок торговать. Ну, было время, когда. И она говорит, я приходила домой, я не могла отмыть руки от этой грязи. Мне казалось, что у меня руки, вот они прям на сантиметр вот уже грязные. То есть вот представляете, вот, да. Ну, наверное, на самом деле самые грязные вещи в мире – это деньги. Как бы это ни звучало, но вот именно, да, денежные купюры. Спасибо за наше здоровье. Как бы сколько людей, через сколько рук проходит, через сколько мест разных, как бы, данной купюры. То есть прежде чем ее уничтожить, чтобы она стала негодной, веткой, то есть она делает оборот, не один оборот. И 8, и 10 оборотов, соответственно, это и кошельки наши, это и руки, это и магазины, это инкассация, хранилище и так далее. То есть, конечно. Если можно, второй вопрос у меня еще. Вот про умение экономить. У меня чисто такой, как-то, я не знаю, личный, что ли. Вот нигде не сталкивались, может быть, статистика, может быть, сами наблюдали, как-то вот по половому признаку умение экономить больше, как-то вот мужчины или женщины способны на это, или как-то в одинаково. Мужчина, да. Нет, ну все помним анекдот. Я, говорит, вышла замуж за миллиардера.
Да. Он теперь миллионер. Поэтому все это прекрасно помнят. Так, есть еще вопросы? Спасибо.